Итак, уважаемые товарищи, мы с вами рассмотрели понятие величины и пришли к понятию определенное количество. И первое, что мы выяснили, что это определенное количество выступает как число. Моментами числа являются численность и единица. И вот когда мы непосредственно рассматриваем число, то мы его так и берем как число, имеющее численность равную единице. И в таком качестве число выступает как экстенсивная величина. То есть величина, содержащая численность, равная или одной и той же единице. Вот когда мы рассматриваем эту численность, то мы понимаем, что одни составляющие множественность в этой численности никак друг от друга не отличаются. Они тождественны друг другу. И тем самым это множественность снимается, и мы получаем простую определенность или градус. И вот определенная величина или число, которое имеет границу как простую определенность или градус, это уже интенсивная величина. Ну, иллюстрировать примерами очень легко. Скажем, 20, и вот мы видим численность 20 единиц, да, а интенсивная величина, то есть вот в первом случае мы имеем экстенсивную величину, а интенсивная величина там 20 градус, да, то есть здесь уже вот тоже есть многое, 20, мы же имеем какое-то представление о том, что это не одно, не два, не три, то есть, но это не множественность, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а многость, как говорит Гегель. То есть, конечно, это значит новая величина градус, которая имеет величина некую многость. Причем многость есть многое, введенное в простое определение. Ну да, мы говорим 20, очень простое определение, не надо указывать вот на эти, на численность 20 единиц. Значит, что тем самым мы получаем? Что вот то, что было внутри, внешность, введенная внутрь числа в экстенсивной величине, потому что там отличные друг от друга единицы были, использовались, точнее говоря, многие использовались, в снятом виде выступает каким образом? Если снимается, говорит Гегель, внешнее в себе бытие, то мы получаем вместо внешнего инобытия внутри числа, инобытие вне числа. То есть мы получаем, что интенсивная величина имеет численность вне себя. Численность вне себя. То есть имеет тем самым соотношение с другими величинами и вне себя. И Гегель это отмечает таким образом, что налицо соотношение градусов через самих себя со своим иным делает восхождение и нисхождение по шкале градусов непрерывным процессом. Поэтому мы говорим, что 20 градусов, но есть и 21 градус, и 19 градус. И если есть 20 градус, то есть, естественно, и 21. Мы знаем, что здесь не остановишься. Я тут подчеркиваю ту мысль, что интенсивная величина имеет соотношение с внешним чем-то, вовне себя, и в то же время есть равенство себе в противовес вот этому отрицательному соотношению с внешним. Значит, ну хорошо, вот мы рассматриваем, есть экстенсивная величина, есть интенсивная величина. А если мы, сказать, остановились мы на интенсивной величине, значит, если мы говорим 20 градус, а вообще он может быть без 20 градусов, как пример, да? Не может быть. То есть 20 градус, он имеет на будет 20, что он предполагает вот эту численность тоже. И тем самым мы видим, что интенсивная величина переходит или отождествляется с экстенсивной величиной. Значит, вот Гегель говорит, 20 градус содержит 20 градусов в самом себе. Он не только определен как отличающий от 19,
но его определенность есть его численность. Ну, тем самым эксцессивная величина, интенсивная величина тождественны. И вот благодаря такой тождественности мы снова получаем простую или наличное бытие, и вместе с этим тождеством, Гегель говорит, получается или появляется качественное нечто. Здесь интересная мысль, что вот до этого, когда мы говорили о чистом количестве, о величине непрерывной, там, дискретной, вот этот вопрос не возникал. А теперь он возникает, и Гегель говорит о том, что теперь величина имеет некоторый субстрат, то есть величина чего-то. Величина чего-то. Ну и поскольку вот она величина чего-то, то мы говорим о том, что снова появляется такое понятие или такая картина, что налицо соотношение с собой определенности, причем отрицательное соотношение с собой определенности. И вот это не случайно, раз уж мы сказали А, сказали и Б. Раз появилось нечто как субстрат определенного количества, то тем самым мы получаем и вот такое отрицательное соотношение, соотношение со своим инобытием. И это приводит к тому, что наша определенная величина не просто соотносится с иным, а выходит за свою границу и либо уменьшается, либо увеличивается, то есть выходит за свои пределы. Ну, а выходя за предел определенного количества, мы снова получаем новую границу, за нее снова выходим, как, поскольку речь идет об отрицательном соотношении с другой, с другим определенным количеством и так далее до бесконечности. То есть мы приходим к бесконечности, ну какой? Количественной. Мы уже проходили картину бесконечности после того, когда рассмотрели конечные и так далее. Но вот теперь мы снова к этому возвращаемся, поскольку мы опять получили некоторые наличные бытия. Но речь идет о количественной бесконечности. Мысль о тождественности интенсивной и экстенсивной величины Гегелем прекрасно иллюстрируется. Ну и нам бы хотелось тоже добавить, наверное, некоторые иллюстрации вот этого тождества и этой связи. Мы понимаем, что если речь идет о тождестве, то, конечно же, есть и различия тоже. Ну, например, значит, вот интенсивность труда. Тот, кто интенсивнее трудится, тот имеет, тот больше производит продукции. Да? Больше продукции – это что? Ну, это экстенсивная величина. А интенсивность труда – это интенсивная величина. То есть связь интенсивного и экстенсивного здесь налицо, безусловно. И я бы хотел вот на что обратить внимание, если уж обратить внимание именно на экономическую сторону дела. Иногда представляется, что интенсивность труда – это обязательно увеличение затрат труда. Ну, или я бы сказал так, затрат физических усилий, точнее говоря. Вот точнее говоря. На самом деле мы можем себе представить рост интенсивности труда вследствие того, что человек начинает действовать более рационально. То есть выполняет, например, такие движения, которые строго требуются для получения продукта, и не выполняет движения, которые излишни для выпуска продукта. Что мы получаем тем самым? Что в единицу времени затраты труда, то есть целесообразной деятельности, действительно увеличиваются, и это ведет к увеличению выпуска. Но затраты сил могут экономиться, потому что человек перестает делать то, что не относится к процессу труда, да? То, что является его отрицанием. Мы же говорим, труд – это целесообразная деятельность. А что, вот в этой целесообразной деятельности нет момента собственного отрицания, то есть нецелесообразности? А на чем тогда вообще построен процесс рационализации, например, движения? Есть специальная наука такая, вот как надо рационально двигаться, и есть приемы специальные, и слава богу, что они есть. То есть мы видим, что интенсивность труда возрастает, но не за счет того, что люди больше затрачивают сил, они рационально затрачивают свои силы. То есть я бы все-таки не поставил знак равенства между интенсивностью труда и увеличением затрат труда. Или, точнее говоря, увеличением затрат физических сил. Вот за рост интенсивности благодаря рационализации мы можем выступать. А если вы ничего
не принесли в процесс труда, говорите, просто нажимай, не помогли человеку выполнять трудовые операции более рационально, а просто заставляете больше сил затрачивать, ну тогда, конечно, вот такая интенсификация, она ничего хорошего, так сказать, не дает, она сопряжена с ростом затрат физических сил. Ну и такая интенсификация, конечно, имеет предел, потому что человек где-то сорвется и все. И вот это надо понимать, и, скажем, можно ли, так сказать, выступать против рационализации. Рационализация – хорошее дело. Мы выступаем всегда против того, чтобы результаты этой рационализации, то есть увеличение выпуска продукции, использовать только в интересах капиталистов, когда говорим о капитализме, чтобы труд которых стал рациональный, то есть речь идет о работниках, тоже получали отдачу в виде прироста заработной платы, в виде сокращения рабочего времени. То есть, если я рационально действую и благодаря этому сокращаю рабочее время, ну почему тогда надо обязательно больше трудиться, особенно когда речь идет о выполнении определенной нормы? Выполнил норму, пошел в библиотеку или пошел на профсоюзное собрание, давайте уточним. Вот такого не было. И вот Владимир Михайлович Кудрявцев тоже всегда вспоминал, что, ну, что это за странный был такой социализм. А речь шла уже об упадке социализма. Ты выполняешь норму, ты, значит, рационализируешь производственный процесс даже на том же самом оборудовании. Да, тебя заставляют отбывать этот номер. Все равно сиди с производства, не выходи. Ну, зачем? Раз вы расхищаете то время, которое могло бы стать моим свободным временем, ну, тогда я буду вот трудиться ровно так, чтобы размазать трудовые усилия на вот ваши эти обязательные 8 часов. И буду сидеть на рабочем месте. Это что? Это вот социализм, это действительно поощрение творчества, инициативы. Да нет, конечно, это наказание. Вот у Ленина прямо было сказано, что победителей соревнований надо поощрять, в том числе и сокращением рабочего времени, представлением дополнительно свободного времени. Где реализация этой ленинской идеи? Не было ее. Ну, чего хотите, если вообще отступили от ленизма и пошли против капитализма. Ну, какая это тогда уже реализация поощрения путем увеличения свободного времени? Ну, тогда и трудящиеся, соответственно, относились к труду и к процессам рационализации. Значит, это вот касается что экономического. Значит, продолжая иллюстрации творчества интенсивного и экстенсивного. Или вот в позднее советское время тоже рассуждали. Вот, говорит, надо обеспечить интенсивный экономический рост. У нас 2%, но за счет интенсивного экономического роста, а не экстенсивного. Ну, это вообще смешно. То есть люди не понимают тоже свою экстенсивность. Если у вас есть развитие интенсивного, что значит интенсивного? Ну, применяется новое оборудование. И поскольку интенсивная величина и экстенсивная тождественны, вы же не должны ограничиться применением одного нового станка во всей экономике. И что это будет интенсификация процесса производства? Так надо, значит, произвести такое количество, такую численность, скажу я, да, тем самым указывая на характер экстенсивной величины, нового оборудования, которое даст необходимый прирост объема выпуска. А у нас так и было. Вот есть образец новой техники в единственном экземпляре. И что это произошла интенсификация? Поэтому, на самом деле, когда говорили о том, что мы не за счет, экстенсивных факторов, а интенсивных развиваемся, это означает, что у нас и численность сокращалась нового оборудования, и вообще, возможно, и количество оборудования тоже сокращалось. И поэтому получали такие очень низкие темпы экономического роста. А вот когда вы увеличиваете количество, численность нового оборудования, то есть когда мы демонстрируем тожество экстенсивного и интенсивного, тогда мы получаем высокие темпы экономического роста. Высокие темпы экономического роста. И они бывали у нас, высокие темпы экономического роста. Не приходится удивляться. Скажем, 50-е годы рост производительности труда за год составлял 20%. За год производительности труда. Представляете себе? А почему так стал острый вопрос? Война. Сколько людей погибло? Да? Если мы хотели увеличить объем выпуска, за счет дополнительного увеличения трудовых ресурсов. Надо было подождать, когда люди, родившиеся после войны, да, многочисленные поколения достаточно, станут взрослыми. Да. А как обеспечивать тогда экономическое развитие? Вот за счет производительности труда. Вот интенсивно очень интенсивная была экономика. И выражалось это вот в таких
колоссальных совершенно темпах экономического роста и повышения производительности, которые не снились в России капиталистической, я бы даже сказал, пока и не снились Китаю, который находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Это вот примеры экономические, тоже интенсивные и экстенсивные величины. Вот перейдем к духовной сфере. Гегель об этом тоже говорит, и всякий, кто хочет посмотреть гегельский пример, может найти здесь. Я бы привел вот такой пример. Значит, вот как выработать коммунистическое мировоззрение? Очень интересный вопрос. Это ведь вообще очень непростой вопрос. Ну вот, опять здесь есть тожество экстенсивного и интенсивного. Значит, Ленин, помните, выступал на 3-м съезде ВЛКСМ перед молодыми совершенно людьми. Люди были герои, пришли с фронтов гражданской войны. Значит, 16-17 лет, да. И вот заметьте, это была рабочая молодежь. Они к этим 16-17-18-20 годам успели поработать на заводах, потому что начинали-то работать не с 16 лет, как сейчас, это минимальный, так сказать, допустимый возраст, да. А начинали работать с 10-19, они уже люди со стажем, с рабочим. Многие не дошли до этого. Я вспоминаю, встречался с героем-комсомольцем, который, значит, был в составе отряда вот таких подростков, 14-15-летних, и вышли из Орлани навстречу Деникину. Вот отряд создали. Я не думаю, что кто-то их заставлял. Это люди сами осознавали свою ответственность. 400 человек и вернулись 20 назад. Вот он ангел из 20 был. А вот те, кто дошел все-таки до победы, вот они собрались на съезд в ЛКСМ. И что Ленин им сказал? Помните, были стихи Безыменского там. «Мы землю готовы на дубы поставить, как тигрица, а он нам учиться, учиться, учиться. И чему учиться, и как учиться?» И вот Ленин там сказал, что коммунистом можно стать, так сказать, лишь овладев всей суммой накопленных знаний. Всей суммой накопленных знаний. Коммунистом можно стать. Понятно, что это не определение коммуниста. Если я дам определение коммуниста, это тот, кто овладел всей суммой накопленных знаний человечеством. Это правильно? Нет. Это очень знающий человек. Это полшага. Потому что практическая деятельность должна быть? Ну, конечно, должна быть. Поэтому нельзя рассматривать это как определение коммуниста. Но без этого нельзя быть коммунистом. Ну, и когда все подумают, что же такое всей суммой знаний? Ну, наверное, Ленин это какую-то аллегорию высказал. Но я думаю, что если мы говорим о коммунизме, да, о научном коммунизме, о научном социализме, да, то для этого, значит, можно очертить объем, который нужно выполнить, чтобы стать, чтобы утвердиться в коммунистическом мировоззрении. Вот что образует сумму накопленных знаний. Вот Ленин, кто не сомневается, что Ленин коммунист, вот что он, например, освоил? Он освоил марксизм. Вот все, что Маркс за него написал, и «Капитал», и освоил досконально. Абсолютно досконально. И все, что там появлялось в непреднем виде, и все черновики, и все рукописи, Ленин внимательнейшим образом изучал. И все время советовался с Марксом. Такое выражение даже было. Ну, понятно, что Маркс он живого не застал, он брал работу Маркса, смотрел, какой марксистский подход. И, естественно, не копировал это к изменившимся условиям, а исходя из марксистского подхода, вот искал пути решения практических задач и теоретических задач в новых условиях. В новых условиях. И это был Ленин. Вот он так усваивал. Да? Ну, мы можем еще сказать, что крупный этап в освоении всей суммы накопленных знаний вот в истории философии в чем был состоял? Что Ленин, так сказать, обратился к науке логики. Внимательнейшим образом. Это же самостоятельное вообще произведение, можно сказать, конспект науки логики. Посмотрите, 29-й том, так сказать, полное собрание сочинений Ленина. Это самый полный том, потому что там кроме выписок ленинских из Гегеля, значит, и комментарии ленинские. Вот как он осваивал. После того, как он освоил это дело и приказал всем другим товарищам осваивать, то, конечно, вот можем сказать, что он все, что в марксизме, а марксизм это есть, сказать, как раз сохранение в снятом виде всей сокровищницы общественной мысли. Вот он освоил, ну, естественно, добавил. Поэтому те, кто идут после Ленина, им тоже задача понятна. Ну, изучите Ленина всего, изучите всего Маркса. И можем сказать, что и Сталин тоже продолжал ленинскую линию, может быть, не так последовательно, но, по крайней мере, в построении социализма последовательно продолжает эту линию. Поэтому все, что написал Сталин в этом смысле, тоже заслуживает внимательного изучения. Вот когда вы это пройдете, вот вы, что касается общественной мысли, в основном
освоите в основном. И что это не преподъемно. Вот Ленин приподнял Маркса. Помните, как у Маяковского Ленина, он тоже начал с азов. Жизнь мастерская гения. Снизу лет с класса низов рвись, разгромается в Ленина. Я вот могу привести пример замечательный. Михаил Васильевич Попов. Вот такую теоретическую работу проделал. Он законспектировал всего Ленина. И это не, на это не ушла вся жизнь. Он, значит, изучил всего Маркса, науку логики изучил, Сталина тоже прочитал всего. Ну и поэтому мы сегодня имеем, так сказать, крупнейшего теоретика, марксиста и ленинца, потому что он такую работу проделал. Разумеется, не всякий, кто такую работу проделает, выйдет на такой же теоретический уровень, как, скажем, Михаил Васильевич. Для этого требуется и талант. Я вас уверяю, что всякий, кто такую работу проделает, поднимется, так сказать, неизмеримо выше, приобретет просто новые качества в сравнении с тем, что он бы представлял себя, такую работу не проделав. Поэтому, конечно, перед современными коммунистами стоит задача, ну, выполнить, в конце концов, это завет Ленина. Может быть, не самыми молодыми коммунистами, перезрелыми, но такую работу проделывают не случайно. Вот мы находимся с вами сейчас на кружке по изучению гегелевской диалектики. Мы эту задачу выполняем. Не случайно таких кружков много. В рамках университета, значит, Фонда рабочей академии Красного университета, кружок. И люди, которые просматривают эти материалы, так сказать, счет таких людей на тысячи идет. И по такому подобию стараются сделать, скажем, представители рабочей партии России. То есть эта задача выполняется. Вот уже я считал, что один товарищ из рабочей партии России законспектировал Ленина, по-моему, чуть не за 5 лет. То есть он очень быстро темпы пошел. Я вот, например, за 10 лет это проделал. Это нормально, это социалистическое соревнование. Значит, кто-то уже идет вперед и, так сказать, достигает этих результатов. Вот когда эта задача будет решена, вот тогда можно теоретически решать вопросы, значит, так, как требуется для представителей рабочего класса. А пока вот есть люди, которые решают эту задачу, но не решили. Ну, это же большая работа, это же годы. А что же теперь мы себя и коммунистами считать? Ну, почему? Партия не может состоять только из тех, кто прочитал Ленина всего. Это может, при полном коммунизме такое будет вполне, потому что все будут иметь возможность, так сказать, для этого материальной в виде свободного времени, в виде обеспеченности, в виде условий труда, в виде короткого рабочего времени и так далее. Сейчас так мы не можем быть. Поэтому и в рабочей партии, конечно, картина очень неравномерная. Но что можем потребовать от партийца? Мы должны потребовать, чтобы вот идти по этой дороге. Идти по этой дороге, внимательно прислушиваться тем, кто по этой дороге уже прошел, очень критически относиться к тем, кто к этой дороге не приближался и с нее, так сказать, свернул и на нее никогда не вступал. Потому что тогда это вот люди, даже уже, так сказать, только начавшие изучать марксизм, понимают, что марксизм и ленинизм, что фраза революционная, так сказать, она очень громко, так сказать, звенит и привлекает людей недалеких или тех, кто вот не вступил на путь изучения. А люди, которые вступили на путь изучения, они очень уже критически относятся к всякой фразе. Они стараются вдумчиво подойти к любому лозунгу, посоветоваться с Лениным. Всегда можно забежать вперед, в конце концов, если поднимается какой-то вопрос, понимаете, а что Ленин по этому поводу писал? И ответьте достаточно уверенно. Вот, скажем, мне приходилось в такой ситуации находиться. Вот когда еще только события на Украине развертывались, говорят, то да, российская буржуазия, украинская буржуазия, паны дерутся, значит, там холопов, так сказать, чубы трещат. Дескать, российская буржуазия такая же реакционная в этом смысле. Но вот если вы посмотрите Ленина, значит, детская болезнь левизны в коммунизме. Он говорит, что, значит, вот эти три трения всякие в правящем классе, они совершенно, так сказать, незначимы для тех, кто еще мало в этом разбирается, для незрелого, для абстрактного, через запятую пишет, абстрактного, незрелого коммунизма, то есть не дошедшего до практических действий. Эти трения совершенно несущественны. Это все одна сплошная реакционная масса. Но для Ленина это было не так. И он молодых коммунистов как раз ему это говорил, что вот все эти трения, все эти противоречия мы должны использовать для чего? Не для поддержки какой-то буржуазии, а для укрепления позиций рабочего класса. И вот разбирать, что ему в этой ситуации, в этих трениях выгодно. И, соответственно, вести такую политику. Ну, точно так же. Вот что
как это говорили, что нам выгодно в этом конфликте, кого поддерживать, точнее говоря, какой стороны придерживаться. Неужели мы будем говорить, что да, что там оказываем помощь Донбассу, мы могли бы покритиковать наше буржуазное правительство, что это делается с оговоркой, там, как-то трусливо, с какими-то корыстными интересами, за это можно было покритиковать, но не за то, что вообще помощь оказана, и что сейчас наших людей там, не перебили просто, за то, что они просто говорят на русском языке. Неужели думают люди, что вот ставленники, а в украинской буржуазии это просто в данном случае это ставленность американского фашизма на экспорт, что она была, заботилась о равенстве, создавала бы условия для борьбы стачечной. Да сейчас там всех стачечников на Украине-то сажают, потому что они уже вроде как в военное время выступают. Украина-то в состоянии войны себя объявляет. А раз война, какая стачка может быть? Вы что? Вы же подрываете это национальное единство. То есть в страшную попали ситуацию наши товарищи классовые, благодаря утверждению, американского фашизма на экспорт на Украине. И вот те, кто кричал, говорят, да какая разница? Это люди совершенно не понимающие. Это люди незрелого коммунизма, абстрактного, которые, оказывают медвежью услугу рабочему классу. Потому что когда вот идут уже, такие события наступают, когда затрагивающие практические действия сотен тысяч и миллионов людей. Вот здесь такие ошибки приобретают, политические ошибки, просто колоссальный характер. И таких ошибок допускать нельзя. И вот те, кто будут идти по пути ленинизма, вот казалось бы только, надо прочитать еще один том. Да это вас поднимет уже. Интенсивная величина будет, совершенно другая. На новый уровень понимания. И когда весь этот путь проделаете, вот тогда мы можем уже с уверенностью решать такие очень сложные вопросы, очень очевидные, потому что все тут кричат, прямо ирбах, ирвут, и все, мы за фашизм, против фашизма, вернее, фашизм не пройдет, и клеят это как ярлыки, потому что фраза звонкая, а смысла нет, или смысл прямо противоположный тому, о котором люди говорят. Вот как этому, как этого избежать? Одним способом, вот читайте побольше, изучайте побольше, предлагайте на практике. То есть не откладывайте, что пока не изучу, я ничего практического не буду делать. Вот, скажем, люди, которые не в рабочем классе, могут как помочь рабочим классам и вступить в контакт? Могут. И главный, единственный способ, например, в рабочей партии – раздача газет у проходных. Это что такое? Это контакт с рабочим классом. Вот прямо непосредственно, непосредственно никакими интернетами, никакими там теоретиками и так далее. Но на больше пока люди не идут. Но хотя бы уже контакт есть. Да? А сами рабочие, которые там внизу, это смешно говорить, как они будут в контакте, какую работу ведут, да, они просто своим присутствием. Вот был такой Дмитрий Васильевич Егошин у нас, разгул самый антикоммунизм, в том числе и в рабочем классе, а он был коммунистом. И, значит, все приходили к нему, он работал, он просто работал у станка, и к нему приходили, говорят, Дмитрий Васильевич, ваши коммунисты растаки-рассяки, ты коммуняка и так далее, а он отвечал, работая. Так он ведет работу партийную или не работает, или не ведет партийную, или ему еще что-то надо делать, или надо с пикетом, там, с плакатом, как вот в РКРП посылали Константина Васильевича Федотова, который там организовал процесс, а его все время посылали, говорит, что ж ты, Федотов, не ходишь с плакатом на митинги? Так он в коллективе работает с людьми, с антикоммунистами, и объединяет их в профсоюз. И они в никакую партию не вступят ни за что, но они начинают, они не вступят, вот активисты, а другие люди, тем не менее, начинают участвовать в общей борьбе. И в конце концов, кто-то, может, и повернет. По крайней мере, вот если говорить о докерах, вот антикоммунизм, который там был в начале 90-х годов, очень сильный, пропал. Нет там антикоммунистов. Уже никто не высовывается сказать, что ты, Константин Васильевич, ты коммунист. Ах ты, раз такой розетки. Они вроде никакие, но не антикоммунисты уже. Вот благодаря тому, что Федотов там работал. Поэтому должны понимать, что, конечно, к рабочим, может быть, у нас не будут такие высокие требования в плане изучения теории. Хотя и они тоже изучают теорию. Обязательно. Но вот они с силой своего положения объективного находятся на той стороне баррикад, на которой должны. А вот те, кто за пределами заводов и выступает как идеологи, вот те обязаны просто как можно активнее учиться, иначе то, что они выдают, это есть непереваренный марксизм, а непереваренный марксизм, то есть не усвоенный, это на самом деле буржуазные идеологии. И это тогда просто караул какой-то. И вот таких людей, не выучившихся, а просто нахватавшихся каких-то фраз и так далее, у нас пруд-пруди, огромное количество, и все пишут, и все бьют себя в грудь, и не просто разобраться даже рабочим, вот почему так они не идут в партию и так далее, да потому что все себя являют марксистами, все. А как лечить марксиста или марксиста вот для рабочего? Очень сложно. На практике, на практике еще мало как до него дойдешь, до рабочего, до этого. Поэтому
вот наш долг, долг людей, которые занимаются идеологическими вопросами, вот со всей ответственностью подойти к этому вопросу. Вот не просто еще одну страницу, еще один том прочитать, а осваивать ленинизм, то есть читая и осваивая работы Ленина, Маркса, Сталина, мы тем самым, значит, и формируем себя как коммунистов, приобретаем вот это качество необходимое. Вот вам связь экстенсивного, интенсивного в духовной жизни, о чем говорил Гегель. Поэтому, уважаемые товарищи, я думаю, что и этот раздел Гегеля, науки логики Гегеля, нам очень-очень поможет в решении не только теоретических, но и практических вопросов развития рабочего движения, развития коммунистического движения в России. Спасибо за внимание.